Лубянская площадь в Москве перед Новым годом. Вот такой шатер, елка. Никольская улица. Это детский мир. Все в огнях, все сверкает. Приближается 2023 год. С Новым годом! Сегодня в Азбуке Вкуса попробую пальпетто из крабовых и креветок. И чай масала. Пряными травами на проспекте Мира. Рождество Христово 2023 год. Вот богато украшенный елями двор нашего храма Троицы в Алексеевском. Елочки все украшены гирляндами. Вот вертеп. Искусный. И огнями горит ель. Ой, красиво. Все в огнях. Чудесно. Thank you.
цветочные гирлянды, богатое убранство, такие композиции красивые, орхидеи. Рождество Христово в храме Троицы Вахрушинского приюта. Прекрасно.